День независимости – праздник, объединяющий всю страну. В гуляние окунаются большие и малые города, столицы и областные центры. Самый южный регион страны первым увидел ужасы войны. Удар противника приняли на себя защитники Брестской крепости. Их подвиги вошли в учебники истории и давно стали хрестоматийными примерами мужества. Каждый день у Вечного огня здесь несут вахту памяти. В День независимости здесь прошли торжества. Если бы не было этого праздника, кто знает, что было бы с нами. И были бы мы вообще на этой земле. Конечно, радость за Беларусь. Конечно, желаем Беларуси мира, процветания. Желаем нашим детям жить в счастье, в здоровье. Конечно, чтобы был мир. Самый северный областной центр Витебска 3 июля встретил необычно. В центр оживленного города десантировались парашютисты Витебского аэроклуба. А на реке Западная Двина свои умения продемонстрировала 103-я мобильная бригада. Военные форсировали водную преграду. Гомеля День независимости встретил праздничным шествием. В нем приняли участие более 10 тысяч человек. Представители власти, трудовых коллективов, общественных организаций, спортсмены, школьники одной колонной прошли по главной улице Гомеля. В центре событий ветераны. Они проехали на раритетных автомобилях. Впервые в городе прошло этно-шоу, дефиле в белорусских костюмах и показ коллекций молодых дизайнеров региона. Я считаю, что это очень прекрасно, что мы не забываем наши традиции и именно вспоминаем их, именно что в наших белорусских костюмах показываем их, демонстрируем. А в Гродно 3 июля чествовали лучших ученых, бизнесменов и деятелей культуры. Лауреатами стали 25 человек. В областном центре прошла и церемония возложения венков у братской могилы солдат, погибших при освобождении города. Память героев почтили минутой молчания и колокольным звоном. В Лиде главный праздник Беларуси звучал с иностранным акцентом. Свой национальный колорит на центральной сцене города показали гости из-за рубежа. Это для нас день, он также святой, независимо от того, что мы, у нас родина Казахстан. Тем не менее, мы здесь живем, в Белоруссии. Мы очень благодарны за гостеприимство белорусского народа. Буйническое поле в Могилевской области тоже стало центром празднования Дня независимости. Именно здесь в 41-м шли ожесточенные бои. А 3 июля в мемориальном комплексе, в дань уважения к истории и памяти, цветы к каплице, которая установлена в честь павших в тех сражениях. Горожанам подарок сделала молодежь. Театрализованное представление под песни военных лет. Праздник святой и святейший, поскольку был освобожден наш народ, народ Белоруссии. Потому что в Белоруссии участвовали, сказать, почти все население против фашизма. Дети войны, женщины несли на себе тяготы и воспитание детей и работали на производстве на благо нашей победы, во имя нашей победы. Вот святость. Весь народ, как один, целое. Боролись за эту победу, за эту независимость. Ну а в Минске в этот день прошло более сотни концертов, ярмарок, флешмобов и спортивных состязаний. Кстати, был установлен и рекорд Гиннесса. Сергей Мацкевич за 3 часа поднял 16-килограммовую гирю 5465 раз. В верхнем городе особую атмосферу создали мастера уличного искусства. Некоторые из них на один день променяли большую сцену на Площадь Свободы. В целом в стране прошло без малого 500 праздничных мероприятий, в которых приняли участие 980 тысяч человек. Возможность народу объединиться, возможность почувствовать себя, ну, и празднично, и в одном государстве. Нету слов, но великий, могущественный день сегодня. И еще раз большое спасибо нашим ветеранам. Завершился праздничный день у стелы «Минск. Город-герой» большим гала-концертом «Мы, белорусы, мирные люди». А ближе к 11 сотни тысяч голосов слились в одном большом хоре, исполняя государственный гимн. К этой доброй традиции вернемся в конце программы.